Европейский Центробанк неожиданно для рынков снизил учетную ставку до нового исторического минимума – 0,25% годовых. В последний раз ЕЦБ опускал ставку в мае этого года, но с тех пор, признал глава ведомства Марио Драги, ситуация к лучшему не изменилась. Поэтому Центробанк еврозоны намерен продолжать политику дешевых денег столько, сколько понадобится. Вслед за снижением ставок Управляющий совет пересмотрел макроэкономические оценки, сделанные в июле, и он подтверждает, что ЕЦБ намерен сохранять базовые ставки по кредитам на нынешнем или более низком уровне на протяжении долгого периода времени, заявил Драги на пресс-конференции. Главный аргумент ЕЦБ – слабость экономики еврозоны и падение инфляции. В ответ на решение Драги курс евро опустился ниже отметки в $1.34, но к вечеру восстановил позиции. То же самое произошло и на фондовых рынках Европы. Сначала котировки основных голубых фишек обновили было пятилетние максимумы, а затем вернулись к прежним уровням.